Когда не знаешь, что спросить. 13-го. Это будет традиция, и не боитесь, что что-нибудь случится в такой день? Да чему это, господи, это все организатор концерта делает, понимаешь, такую фишку делает, грамотно. Пятница 13, не 13, блядь, ну и пятница 14, пятница 15, такие же, блядь, понял разницу. Да. Правильно? Блядь. Хорошо. Без базаров. Размножение арий человек. Что вы думаете по поводу размножения группы арий? Их стало теперь много, играет одно и то же практически. Ебаться надо меньше, блядь. А почему немножко? Да я немножко проехал-то, ёб, что ты думаешь, что ты так на него колесил, что ли? А почему немножко? Ну, долго ездить, как, в смысле, что немножко? Я на нем не ездил, как ездил, допустим, ну, байкеры, они живут с ним, вот чем дело. Это их жизнь. А я просто взял, покатался и все. Тебя ебет. Какой гонорар заплатили? Какой вам гонорар здесь заплатили? Просто это очень интересно. За какой гонорар выступаете? Бля, а можете ключи еще от квартиры дать, а? Было бы прикольно. Бля, смотри, какой гонорар вам заплатили? Тебя ебет, какой гонорар заплатили, ёпта. Да, очень интересно. Нет, блять, вообще не возвращаюсь. С каким настроением возвращаетесь на сцену? С обычным. А почему про хоккей не спрашиваете? Здравствуйте, Михаил, меня зовут Дмитрий, Радио Экстрим, город Отрадный. Вот подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к футболу? Футбол. Хотели бы вы... А почему про хоккей не спрашиваете? Что они должны отсюда унести? С каким ощущением должны уйти люди сегодня домой, отсюда, с этого концерта? Что они должны отсюда унести? Я думаю, я должен отсюда выползти вообще-то. Спасибо за просмотр. Буду рад вашему лайку и подписке на канал. До скорых встреч!